Доброго дня, шановні колеги. Ми раді вітати вас в Укрінформі на прес-конференції, яка присвячена створенню інноваційного торгівельно-виставкового комплексу NY Trade Center. Дозвольте представити учасників прес-конференції. Це доктор Сайрус Пунавала, власник однієї з найбільших фармацевтичних компаній Індії, керівник Пунавала Груп. Коен Наум, власник холдингу NY Group, і Кульдіп Кумар Варма. І я запрошую до слова пана доктора Сайруса. Прошу, будь ласка. But you don't want to say anything about this first, then I speak. Пан Коен. Здравствуйте. Прежде всего, значит, инициаторами этого всего проекта являемся, как бы изначально, это мы, NY Group, и мы просто видим огромный потенциал этой страны, несмотря на то, что на сегодняшний день происходит. И все-таки страна аграрная, и много чего выращивается в нашей стране, и много чего экспортируется в другие страны мира. Мы очень долго анализировали именно это направление для того, чтобы создать именно, именно торговые оптовые места в этой стране, потому что их не существует. Я не буду приводить там какие-то рынки и подобные, как бы, 7-го километра, это немножко другое. То есть мы уже в 2018 году, и все страны мира уже продвинулись более, как бы, автоматизированным системам для того, чтобы создать на территории Украины подобный торговый центр. Естественно, в нашей стране на сегодняшний день нет таких финансовых ресурсов для того, чтобы это все сделать. И нам пришлось, значит, обращаться к близким друзьям в другие страны мира, те люди, которые владеют этим финансовым ресурсом, для того, чтобы они инвестировали в нашу страну и для того, чтобы мы создали это на территории Украины. Речь идет о Киевской области, потому что я думаю, что все прекрасно понимают, в какой ситуации наша страна, и мало кто на сегодняшний день вообще хочет, как бы, инвестировать в нашу страну, потому что их немножко пугает ситуация, которая происходит касательно нашей проблемы военных действий и все остальное. Но мне все-таки, как бы, будем так говорить, у меня получилось уговорить нашего близкого друга, чтобы он с нами совместно в партнерстве, как бы, вступил в это дело, чтобы мы начали реализацию данного проекта. Проект, как бы, из себя представляет огромный оптовый рынок, то есть где будет 10 тысяч торговых мест. Речь идет о десятке тысячах рабочих мест. И мы понимаем, что на сегодняшний день мы нуждаемся в таком проекте, потому что мы на самом деле страна, которая производит, страна, которая выращивает много чего. То есть это имеет место быть в нашей стране. И уже не будем говорить о том, что мы говорим сейчас о столице, потому что столица Киев, и у нас нет ни одного аналога оптовых рынков. Когда уже в мире Мексика, Бразилия, и я сейчас могу перечислять очень много стран, которые уже, вот, этот проект уже работает, и не первый год. Значит, касательно второго проекта, это речь идет о большом, о крупнейшем выставочном центре. То есть на сегодняшний день, когда какие-то выставки проходят во всем мире, а у нас, как бы, нету даже соответствующих мест для того, чтобы проводить подобные выставки, то есть это тоже не очень хорошо, очень печально. Потому что я посещал лично выставку по безопасности в Украине. И, значит, места не было, пробки сумасшедшие. Поэтому во всех странах это сделано на территории, то есть за городом, а не в городе. Не для того, чтобы стоять в пробках по 5 часов, а потом в конце выставки появиться там. Поэтому наш, то есть у нас проект, он не только оптовые торговые места,
То есть второй проект – это, естественно, выставочный центр. Речь идет о 105 гектарах земли. Поэтому, я думаю, вы понимаете масштабы этого проекта. И логистика – это самое важное в этом проекте. Вот логистика. То есть мы очень долго искали, где же нам вот создать такой проект. И выбрано было, вот очень долго искали, конечно, потому что найти такой кусок участка для того, чтобы реализовать наш проект, то есть это очень сложно. И, значит, мы нашли участок, который, ну, доступность к участку, это 13 километров от КП по Одесской трассе, что будет комфортно и для жителей города посещать, и, естественно, для оптовой торговли. Мы все понимаем, что это фуры, это доставка, часть товара из Одессы, поэтому и желательно, чтобы эти фуры не попадали в город, чтобы они, то есть, они сделали свою доставку, развернулись и уехали обратно в своем направлении. Поэтому, то есть, мы просчитывали именно логистику. Но нам еще, наверное, еще судьба улыбнулась, что именно участок, где мы, то есть, который мы выбрали, что там еще будет проходить, естественно, этот, господи, дорога, ну, да, новая окружная киевская дорога, что тоже немаловажно. То есть, тем самым мы избежим все вот эти моменты касательно того, что фуры въезжают в город. И на самом деле я лично сегодня добирался очень долго, потому что, ну, вот я ездил по столичному шоссе, и одни фуры, поэтому очень сложно. Вот наш проект. И наши друзья, значит, господин Сайрас Пунавала из Индии, который на самом деле очень любит нашу страну, и он увидел тоже огромную перспективу в нашей стране, как мы двигаемся и куда мы двигаемся, то есть, что мы потихонечку уже приходим к европейскому уровню. И он согласился, естественно, с нами совместно принять участие в этом проекте. Поэтому, как бы, я считаю, что наш проект имеет место быть в этой стране. И, естественно, в Киевской области. Сейчас мы, ну, наверное, попросим. Пане доктор Сайрас, просимо вас до слова, будь ласка. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm delighted to be here with you and with my friend Naum and Kuldeep. Всем привет. I don't know whether you can understand my English or you'll have to translate. Не понимаю, надо перевод делать, или вы понимаете английский язык? Понимаете? They know. So I've come here 2-3 times. I like the country and the people. Already my company Serum Institute of India is providing from UNICEF. У него завод Serum Institute продают здесь через UNICEF очень много вакцин. For the children protection in your country. In нашей стране. And now I seriously look at this project of my trade center, but I have to study more about it, and I'm interested in it, but decision will be taken much later. Проект, который есть, который Наум говорил, он о том серьезно думает и дальше будет решать о том, как можно дальше делать. Я не такой хороший переводчик, за это, если какие-то ошибки, не дайте вниманию. So this is the position at the moment, and I go back to India and think about it, and I will inform them in due course. Как он вернется в Индию, будет думать это, будет читать, и потом он скажет, когда и когда мы начнем это все. Thank you. Спасибо. Прошу. Thank you, Dr. Сайрас. Thank you very much. Я бы хотел подчеркнуть лично, как бы, то есть это лично моя инициатива касательно этого проекта, потому что мы все хотим жить в этой стране, заниматься чем-то в этой стране и развивать эту страну. И поэтому искать, конечно, нам бы, то есть мы занимаемся бизнесом по всему миру, и я основал когда-то свою компанию NY Group. Моя компания сегодня работает в 15 странах мира. И все-таки я бы хотел, чтобы мы
как говорится, делали что-то хорошее и полезное именно в той стране, где мы когда-то получили много добра, лично я о себе, потому что я, как отец троих детей, хотел бы, чтобы мои дети росли и учились, и жили в хорошей стране. И все проекты, которые на сегодняшний день касаются лично нашей компании NY Group, мы их, то есть со всего мира, если это из Дубая, если это из Азербайджана, еще многих стран, то есть я не буду перечислять, мы их стягиваем все наши проекты в Украину, потому что мы планируем здесь заниматься бизнесом, мы очень долго готовились к этому и приняли такое решение, что вот все-таки мы будем заниматься у себя, потому что мы здесь живем, и бизнес наш тоже должен находиться именно в той стране, там, где мы находимся. Это лично мое видение. И исходя из того, что господин Пунавала неоднократно уже побывал в нашей стране, он увидел огромную перспективу, и для него даже было удивительно, а почему у вас еще до сих пор такого проекта нет? То есть объяснить, конечно, иногда сложно, почему нет. Я бы хотел все компетентные органы попросить в будущем, когда мы начнем уже полностью, значит, заниматься этим проектом, чтобы на самом деле посодействовали и помогали продвижению этого проекта, а не стопорили его где-то на каких-то, на каком-то уровне, потому что поддержка государства – это немаловажно. То есть большую проделанную работу привлечь инвестора сюда, когда идет речь о финансировании около полумиллиарда долларов, вы понимаете, что это сложно. Но однако мы это сделали, и я думаю, что государство должно поддержать такой проект, потому что он больше социальный проект, нежели бизнес. Потому что мы говорим о проекте, который даст рабочие места в нашей стране, товарооборот. Потому что многие страны заинтересованы что-то продавать нам. Мы продаем очень много остальным всем странам. То есть, но я думаю, что по маслу подсолнечному мы, наверное, вообще самые большие. Поэтому хотелось бы еще вот подчеркнуть, мы хотим заниматься бизнесом в стране, где мы живем. И мы приглашаем всех своих партнеров, друзей, кто может инвестировать в нашу страну для того, чтобы строить свой бизнес на территории Украины. То есть проект начнется, я думаю, мы начнем заниматься этим проектом с января 2019 года. И хотелось бы еще раз попросить соответствующие органы, чтобы принимали активное участие с нами для того, чтобы нам помочь финализировать полностью бюрократию в стране, для того, чтобы мы не сталкивались с какими-то моментами, когда инвестора видят такие сложности, они просто говорят, ну, вы понимаете, их это немножко пугает, потому что я лично когда-то встречался с профессором Фишером, который хотел у нас открыть фармацевтику в стране, и в какой-то момент он просто испугался, он говорит, ну, извините, ребят, я не готов так рисковать. Поэтому на этот раз хочу попросить, чтобы общими усилиями просим о помощи для того, чтобы нам помогли по бюрократии пройти все эти моменты, для того, чтобы выглядеть правильно и красиво перед нашими инвесторами, которых мы пригласили в эту страну для того, чтобы создавать какой-то бизнес. Дуже дякуємо вам, шановні колеги. Можливо, хтось хоче задати запитання журналісту «Укрінформу». Просимо, будь ласка. Божена Кецмар, «Укрінформ». Скажіть, будь ласка, детальніше, де саме буде розташовуватися цей торговий центр? Я не зрозуміла. 13 кілометрів від Києва, правильно? Это, річ йде о 13 кілометрі від КП Києва по Одеській трасі. І ще уточніть, будь ласка, ви ще зараз будівництво, як я розумію, не починали. Тобто це тільки проєкт, а почнеться будівництво в січні 2019 року, правильно я розумію? Проєкт сам почнеться в 2019 году, в январі місяці, тому що для того, щоб говорити о проєкті, ми повинні були для початку розуміти, де ми його строїмо. Второй вопрос, з ким ми його строїмо, якщо у нас на це средства. И после этого уже объявлять о проекте для того, чтобы начинать им заниматься. То есть мы собрали как пазл, буду так говорить, то есть мы нашли участок, мы нашли партнера, который с нами, то есть он наш соинвестор, который с нами вместе инвестирует в проект. То есть мы со своей стороны подготовили то, что от нас зависело,
А сейчас мы будем уходить уже в то, что будем заниматься документацией для того, чтобы утверждение именно этого участка для коммерческой деятельности и все остальные моменты бюрократические. А когда вы можете его, если все будет хорошо, какие у вас планы, когда вы планируете открывать его? Значит, у нас по таймингу у нас рынок займет для того, чтобы открыть рынок. То есть я еще не говорю про экспоцентр, а сам рынок оптовый. Речь идет о 24 месяца, то есть 2 года. Через это касательно рынка, да. То есть можно сказать, что вы его откроете через 2 года, этот торговый центр? Да? Ну, если у нас, я еще раз хочу, вы знаете, мы бы его, естественно, хотели бы открыть и меньше, чем за 2 года. Но, опять-таки, если нам будет предоставлено именно касательно бюрократии, соответствующие органы, если поддержат, потому что это социальный проект. И если они поддержат и будут помогать нам на протяжении всего этого дела, то, естественно, мы его закончим. То есть с нашей стороны мы финализировали финансирование в этот проект. Мы нашли все. То есть если в других странах приезжаете в страну и просите государство выделить для социального проекта участок, то в других странах его предоставляют. А в нашей стране нам приходится самим покупать такой участок для того, чтобы создавать наш проект. Поэтому как бы тут зависит еще больше от именно... И еще, будь ласка, уточните, что самое там плануете продавать, только фармацевтика, чи разные? Не, о фармацевтике вообще речь не идет, просто господин Пуновало, он сам занимается именно вакцинами, и он где-то 75% вакцин мировых, это принадлежит, то есть завод господину Пуновало, и он... занимается, помимо этого он еще занимается и строительством определенных объектов, то есть инвестирует во всякие остальные отрасли. И поэтому о вакцинах речь не идет. Речь идет, значит, оптовая торговля, то есть это идет речь о продуктах питания. Второй комплекс, это где будет торговля одеждой. И третий, это у нас идет... Это стройматериалы и все остальное, то, что нужно для строительства. То есть у нас будет 3 направления, то есть не одно направление. Поэтому еще у нас будет по новой технологии, есть такая технология, когда сегодня подъезжают фуры, открываются, они могут стоять там на протяжении определенного времени и торговать прямо с фур. Но для этого нужно им построить... такой комплекс, куда они могут подъезжать, то есть люди, где могут ходить и смотреть их товары, потому что у нас погода не позволяет как бы делать такие открытые помещения, у нас все-таки есть еще и зимний период, то есть это то, что касается проекта оптового рынка. Вы можете посмотреть аналоги, их очень много в мире, поэтому как бы второй проект, это у нас будет именно выставочный центр, и выставочный центр включает в себя еще и 3 отеля, потому что я сам, когда летаю по выставкам, но мне неудобно с города добираться до выставочного центра, несколько часов находиться в пробках. Поэтому всегда там, где находится выставочный центр, должны быть свои отели. Так людям комфортно, то есть они проснулись, пошли себе на свою выставку, закончили, вернулись обратно в отель. Поэтому как бы все это должно создаваться именно там, где это где не будет мешать жизни города. То есть, потому что у нас в городе, опять подчеркну еще раз, есть много рынков, я не хочу перечислять, но люди спят в пробках для того, чтобы туда попасть и вернуться оттуда. Поэтому наша цель, именно логистика, создать это именно в том месте, где это не будет мешать жизни города. Еще раз, то есть в нормальных больших городах мира уже давным-давно запрещается вообще фурам посещать, ну как бы в город заезжать, а у нас как бы они еще катаются, поэтому вот наша цель. Чи є ще запитання? Василина Булик, Інтерфакс Україна. А уточніть, будь ласка, по площах. Ви казали 105 гектарів. Це і на ринок, і на виставковий центр ділянка, чи це на щось одне? Совершенно верно. Це 105 гектарів, які будуть поділені рівними. Тобто часть буде, половина це буде оптовий ринок, вторая половина це буде виставочний центр. А коли ви плануєте почати роботу над виставковим центром? Це після ярмарки? Ви знаєте,
Ну, в наших планах его начать после того, как мы закончим именно оптовый рынок, потому что то есть нам будет сложно вести, потому что речь идет о очень масштабном и большом строительстве, нам будет очень сложно вести эти два проекта совместно, и поэтому, потому что рынок, о котором мы говорим, это идет речь о новейшей технологии, потому что, еще раз подчеркну, аналоги рынков, которые у нас существуют, где люди в шубе стоят и торгуют, то есть это не есть наша цель. Наша цель сделать комфортное, эстетичное место, где люди смогут ходить комфортно и чисто, и не смотреть на, ну, там, высыпали картошку, либо высыпали морковку, и ты ходишь, смотришь, что там продают. То есть все должно быть эстетично, им на европейском уровне, это лично наше видение. А если делать, создавать аналог того, что уже есть, ну, нам это не интересно. Мы хотим создать, наш концепт, он и является как бы уникальным, потому что он работает в мире. Он работает в мире и работает довольно-таки хорошо. Даже в странах, которые поменьше Украины, даже в странах, у которых вообще нет никакой аграрии. А у нас страна такая, извините, мы можем и встретить, и продать многим странам много чего. Потому что у нас есть где это выращивать, и есть люди, которые, допустим, для Европы мы сегодня, наверное, самые хорошие друзья, и я думаю, что они будут первыми клиентами для того, чтобы скупать украинскую продукцию. А какую дополнительную инфраструктуру вы предпочитаете в проекте? Ну, вот, кроме готелей, что там еще будет? Парковка, еще что-то? Да, у нас, значит, касательно рынка, у нас будет 30 тысяч парковочных мест. Значит, у нас будет, то есть по первому проекту у нас идет рынок, парковка. По второму проекту у нас, значит, идет выставочный центр, где люди могут делать выставки. Это начиная выставок от техники для аграрии, заканчивая ювелирных выставок. То есть у нас негде на сегодняшний день проводить масштабные выставки. У нас негде сегодня проводить масштабные большие форумы международные. То есть и хотелось бы, не знаю, насколько уместно, у нас было в планах там еще построить большой концерт-холл на 7 тысяч мест, посадочных мест. Потому что очень хочется увидеть дюсселей в нашей стране, но проводить его негде. Поэтому как бы это тоже включить. То есть у нас будет три комплекса, это будут выставочные, и один концерт-холл на 7 тысяч посадочных мест. Чи є ще запитання? Немає? Бажаєте щось додати на завершення? Бажаю додати, да, бажаю додати то, щоб, еще раз говорю, хочу подчеркнуть, чтобы соответствующие органы принимали участие и помогали в этом проекте, потому что на самом деле очень проделана большая работа для того, чтобы привлечь инвестицию в нашу страну. И просто не хочется очередной раз как бы оказаться в неловкой ситуации. Поэтому вот наша просьба не финансовая, а помощь именно касательно государства, что приняли участие и помогли вот зародить этот социальный проект в нашей стране. Вот что просим. Мы вам дуже дякуємо за увагу. Учасникам бажаємо успішного втілення і мінімум перешкод на шляху. Дякуємо.